О, сырнички. Это не свежая. Я покладила другую там, в шкафу. Девочки, завтракать. У меня все готово и стынет. А Лерка где? И что, в университет не надо? Сказала, что не голодная. Лер, давай завтракать. Так этого хватит. Начинается. Ты своими диетами совсем себя угробишь. Где там папа? Так. Так. Вот еще. А вот теперь всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Так, ну не поел ничего. Я погнал. Подожди, подожди. Вот. Бутерброды с ветчиной и салат. Оль, ну зачем? Я отлично пообедаю в кафе. Я знаю, как ты пообедаешь в кафе. Ты сядешь в своем офисе, тебя оттуда трактором не выгонишь. Пока. Пока. Фух. Лерка, ну ешь давай. Откуда силы возьмутся? Скоро экзамен. Девчонки, я опаздываю. Пожалуйста, уберите сами, а? У нас новый начальник, желают познакомиться с коллективом. Все, всех целую. А сама говорит, ешь давай. Нормально? Пошли. Ого! Все так серьезно? Парень, как я выгляжу? Ну, считай, новый шаф уже твой. Да? Ну, хорошо. Я побежала. Да что ж такое, ну? Девушка, садитесь, подвезу. А до кольцевой сколько возьмете? 1 000 000. И золотой ключик у тебя в кармане. Понятно, шутник. Ёлки-палки. Оля! Кальченко! Юрка! Кулаковский! Ну, ничего себе! А что, так сильно изменился? Вообще не изменился. А ты такая же красавица. Садись, подвезу. Слушай, мне далеко, может быть, чуть на времени не очень много. Ничего, ничего, я не тороплюсь. Че, плохо, да? Нормально. Ой, смотри. Мама в какую-то машину садится. Ну что, она же сказала опаздывать, Варь. Иди в школу, я сама. Да подожди, никуда эта школа от меня не денется, я с тобой пойду.
Я уже жалею, что я тебе обо всем рассказала. Лерка, ну на то мы с тобой и сестры, чтобы у нас друг от друга секретов не было. Кому ж тебе еще рассказать? Это ж надо, как бывает, а? Столько лет не виделись. Да. Ты вообще как? Да замечательно. Только, слушай, я опаздываю ужасно. У нас совещание важное на работе. Ну ничего, ты же на машине, я тебе довезу. Спасибо. И за девушку отдельное спасибо. Да? Ну, ты меня девушкой назвал, а я, между прочим, мать двух взрослых дочерей. Это что? Да. Одна студентка, другая из школы выпускается. А муж у нас кто? А, ты его должен помнить по училищу, Петя Грабин. Петя Грабин. А, такой высокий, худой брюнет. Брюнет? Не такой уже худой. Он после училища мединститут окончил, успешно работает. Правда? В какой клинике? Ты знаешь, он оставил медицину, ушел в бизнес фармацевтический. А ты как? Что? Где? Я в областной хирург. Вот с ночной смены еду. Глаза слипаются, а тут одна красавица решила меня поймать. Спасибо тебе за красавицу. Мне, пожалуйста, вон от того здания. Принял. Делается. Спасибо тебе. Пойдем, я тебя провожу. Я сама. Спасибо, что подвез. Да на здоровье. А ты кого-то еще из наших встречала? Нет. А помнишь нашего преподавателя по латыни? Я ему недавно желчину удалил, так он всех наших по именам помнит. Старая гвардия. Слушай. Слушай, я так тороплюсь. Давай ты к нам приходи в гости, попьем вина. Я думаю, Петька будет очень рад. А приду? А что, прямо сегодня вечером приду? Отоспусь и приду. Давай адрес. Я пришлю. Я скину тебе, ладно? Ну что? Нам с вами предстоит много работы. Будем вместе выводить клинику на высочайший уровень. Реализация нашего проекта потребует от вас максимальной самоотдачи и жесткой дисциплины. Извините, пожалуйста. О! А вот и первый тревожный звоночек. Ладно, если у вас нет вопросов больше ко мне, да, тогда всем спасибо. Работаем дальше. А вы останьтесь. Здравствуйте. Пройдемте. Так. Грабина Ольга Алексеевна. Вы старшая медсестра, правильно? Да. Ну что же вы так, Ольга Алексеевна? Вы должны быть примером пунктуальности. Я опоздала первый раз в жизни, правда. Сколько вам лет? А какое это имеет значение? Прямое. Мир идет вперед. Мы должны идти вровень со временем, а не плестись позади. Вы меня понимаете? Простите, не понимаю. Хорошо, я расшифрую. Мне бы хотелось, чтобы на этом месте был человек более современный и более мобильный. Вы на возраст мой намекаете. Но я 11 лет в клинике, и на меня нет ни одного нарекания от пациентов. Наоборот, это прекрасно. Но я вам уже все объяснил. Мы вынуждены с вами расстаться. Потому если у вас сейчас нет работы, подыщите. Я вам дам больше времени. Спасибо, не нужно больше времени. Если необходимо, я уволюсь прямо сегодня. А, ну хорошо тогда. Пишите заявление, и, в общем-то, мы с вами расчете. Хорошо. Коробку возьму. Оль, хочешь, я с ним поговорю? Может, он прислушается. Но мы же все можем сказать, что ты прекрасный, опытный сотрудник, болеющий за общее дело. Ну, где он еще такого найдет, Оль? Я краем уха слышала, что он пришел со своими людьми. Главврачом и старшей медсестрой. Что он всегда с ними работает. Теперь все ясно. Че, девочки, не пропаду.
девочки. Вон. Ну что? Ну что сказали, чего ты молчишь? 8-9. Что 8-9? Недель, что? Капец, это много, да? И что теперь делать? Я не знаю, отстань, Варь. А что тут думать? Пойди, скажи ему, уйди, покажи. Ну тебе же дали. Пусть тоже поучаствует в решении проблем. Не одной же тебе все разгребать. Я не знаю. Что-то заладила, не знаю, не знаю. А ты вообще думала, что ты родителям скажешь, а? Маму обморок будет, ее любимая Лерочка залетела. Ори, Варька, ну люди же вокруг. Ори, не рассосется. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Что мы придумаем? Чего ты ко мне прицепилась, Варя? У тебя что, своих проблем нет? Иди, я сама. Я хотела как лучше. Ты можешь себе представить? Моя физиономия не может быть лицом преуспевающей клиники. Дожилась. Да и хрен с ней, с этой клиникой. Этот козел вообще ничего в бизнесе не понимает. Наоборот, зрелая женщина вызывает больше доверия, чем малолетняя писюха. И нормальная у тебя физиономия. Очень даже ничего. И без пластики. Ты меня утешаешь, Том? А чем тебя утешать? Радуйся, что свалила оттуда. Пойдешь своему Грабину на фирму работать. Что, жену не устроит? Ну или будешь сидеть дома, борщи варить. Фитнесом займешься. А муж пусть вкалывает. То ли дело мне, одинокой и брошенной, своим горбом копейку добывать. Знаешь, о чем я сейчас жалею? Что бросила тогда мединститут. Была бы сейчас врачом. Как-то не до того было. Девочки маленькие были, болели все время. Петя учился, подрабатывал на скорой. Потом вообще понеслось. Сад, школа, музыкалка. Вертелась, как белка в колесе. Оль, у тебя прекрасная семья. И это исключительно твоя заслуга. Хочешь, иди ко мне. Риэлтор – хорошая профессия. Институтов заканчивать не нужно. Просто берешь клиента, ведешь на показ. Главное, чтобы язык был хорошо подвешен. И имеешь свой гарантированный кусок хлеба с маслом. Ну, это надо быть такой талантливой, как ты. Ну, это да. Ну, каждому свое. Прорвемся. Майя дома. Купил все, что ты просила, по списку. Ой, сыночек пришел. Устал, сынок. Не, мама, не трогай, я сам. Как смена прошла? Два аппендицита и одна грыжа. Представляешь, одна пациентка была такая смешная. Сначала наркоз ее никак не брал. А сразу после операции она домой собралась. Белье, видите ли, она на балконе забыла развесить. А грыжа? Совсем молодой парень, кстати, двухсторонний, паховый. Чего он с ней тянул? В любой момент могло быть ущемление. Обедать будешь? Я котлет нажарила. Не, мам, я в больнице перекусил. О, ну и цены пошли. Ма, разбуди меня часиков в 6, я сегодня в гости иду. Правда? Ну и правильно, а то все дом-работа. Вот здесь у меня просмотр. Угу. Сейчас проведу тебе мастер-класс, подруга. Слушай, давай я домой поеду, а? Правда, Томик, я... Это быстро. А потом прошвырнемся с тобой по магазинам. Купим тебе что-нибудь симпатичное. Я когда настроение гнилое, сразу иду на шопинг. И самооценка поднимается. Пошли, пошли. Это недолго. Давай. Хозяйка за границу укатила, мне ключи оставила. Проходи. Вау. Скажи, крут. Угу. Правда, цену заломила. И снижать не собирается, зараза. Нам бы такой тоже не помешал ремонтик. Ну, но Петьки все времени нету. Ну ничего, я теперь безработная, считай, свободна, сама займусь. Ну и правильно. И не кисни. Все, что не делается, все к лучшему. Ой,
Здравствуйте. Я не опоздала? Прошу. Дом новый. Прекрасная двусторонняя планировка. Сами видите, хороший ремонт. Рядом хорошая инфраструктура и недалеко парк. Единственное условие хозяйки – интеллигентные жильцы без животных и детей. Ну, таковых у нас не имеется. Пока. Прекрасно. Спальня там. Окна во двор, тихо. Мне нравится. Только, если честно, дороговато. Тихий центр, ну что же вы хотели? Отсюда и цена соответствующая. Угу. Нет, ну, если для вас дорого, я могу предложить вам варианты на массивах, но эта квартира уйдет сразу. Мне нужно посоветоваться с мужем. А у вас тут всегда такие проблемы с парковкой? Да, любимый, конечно, поднимайся. Я тебя сейчас встречу. 5 минут работы, и, я надеюсь, 300 уе у нас в кармане. Это то, что нам нужно. Там такая шикарная спальня. Ты сейчас сам все увидишь. Здесь. Все так удобно, продумано. Я же говорила, будет дело. Тут техники просто продумано. Есть даже посудомоечная машинка, Петечка. Ну, все супер, надо брать. А еще смотри, какой вид из окна. Весь город как на ладони. И от работы недалеко. Это очень хороший район. Петечка, ты меня совсем не слушаешь? Петь, куда ты смотришь? Слушай, Оль, я все объясню. Зачем? Я не дура. Это не то, что ты подумала. Оль, ну... Ну и козел ты, Петечка. Крутой фильмец. Рекомендую. Тарантино, если это имя вам что-то говорит. А ты нас приглашаешь? Да легко. Макс, привет. Можно тебе на два слова? Конечно, солнце. Для тебя хоть на три. Это что такое? Ничего, кто? Там мой ребенок и твой. Что за развод, Лер, ты поехала? Это не развод, все серьезно, Макс. Ну, тогда на даче у Славика. Ты еще говорил, что я самая-самая. Ну, говорил, и что? Может, я всем это говорю? Девочки любят красивые слова. А, ясно, значит, я такая, как все, да? А я думала, идиотка. Больше вопросов нет пока, Макс. Совершенствуй свои красивые слова на других. Лер, подожди. Блин. Если это все правда, что мне теперь по-твоему делать? Мне что делать? Да не знаю, но куча способов есть. В нете почитай, там полно всего. Спасибо за совет, очень дельный, Максим. Максик! Что у нас за секреты с Грабиной? Ты, между прочим, обещал меня подвести. В силе? Он не для тебя, Лерка. Ты у нас, ну, слишком правильная. Это ж на ты.
Варвара! Ты чего опоздала? Мы тебя ждем уже 2 часа. Дела, значит, были неотложные. Если бы в школу зашла, еще дольше бы ждали. Слушай, завтра все-таки придется сходить. Аттестат нужен приличный даже для театрального. Варь, пора уже своим сказать. Да ты не представляешь, что начнется. Они думают, я в мед поступаю, а я такая неблагодарная. Короче, там дальше по тексту. Хочешь, я-то им скажу? Да сейчас. Они тебя увидят, вообще мне в квартире запрут, испугаются. Да ладно, чего я такой страшный? Ты в зеркало себя видел? Они, конечно, у меня люди продвинутые, но не настолько. Алло, гараж, хватит уже. Мы сегодня снимаем или я пошел? Да, да, конечно. Так, иди на грим. Текст выучил. Обижаешь, господин режиссер? Ах, уж эти актрисы. Так, с тобой, давай по тексту. Доченька. Ты не спишь? Что-то бледное в последнее время. Эти твои диеты, давай заканчивать с ними, а? Ой, мама, ты чего уже дома? Нет, 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 подожди, дай догадаюсь. Шеф увидел твое новое офигенное платье и сделал предложение, от которого ты не смогла отказаться, правильно? Ты теперь его зам, и у тебя ненормированный рабочий день. Так, Варюнь, если бы. Мне нужно с тобой поговорить. Мне сегодня звонил твой классный руководитель. Ты не была в школе. Варь, куда ты пошла? Ты не была в школе. И на прошлой неделе дважды ты не была в школе. Что происходит? Ты чем занимаешься? Ты же прекрасно понимаешь, что для поступления в медицинский институт тебе нужен высокий средний балл. Опять начинается? Нет, не начинается, продолжается. Продолжай, ты чем ты занимаешься? Что происходит? Ты лучше бы брала пример со своей старшей сестры, которая, да, которая училась день и ночь перед поступлением и сейчас учится на отлично. А я возьму. Только пусть ты будешь не очень рада. Помолчи, Варя. А что помолчи, Лерка? Это все равно скоро будет заметно. Твоя любимая Лерочка беременна. И как ты понимаешь, нет усиленной учебы. В природе такие способы оплодотворения еще неизвестны. Кто тебя просил, дура? Это я, дура? Это я легла в койку с Максимом, который меня на утро забыл. Девочки, девочки, что вы? Варя, Лера, что вы такое говорите? Прекратите, Лера, Варя, Лера, что? Дома! Да, я беременна. Что, поставишь меня в угол или сразу выгонишь из дому? Пусть тебе лучше Варя расскажет, что она ни в какой медицинский поступать не собирается. Как? Как? А вот так вот. Кинозвездой наша Варечка решила стать. На экранах кинотеатров блистать хочется. В театральной твоя младшенькая намылилась. Театральный, какая звезда? О чем вы говорите, девочки? Что за бред? Пожалуйста, объяснись, Варя! Хорошо. Это ваша с папой идея со стоматологией, потому что это престижно. Мне пофиг, мама, на ваш престиж. Я хочу заниматься тем, что мне по кайфу, не тем, что нравится вам. Ну ты гадина. От гадины слышу. Кто там? Мария Андреевна, это Стелла. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно войти? Заходи, раз пришла. Откуда ты здесь? Приехала? Я вернулась. Навсегда, Мария Андреевна. А вы как? Как здоровье? Здоровье. По-стариковски. А Юра как? Не женился? А я подарки вам привезла. Может, чайку попьем? Попьем. Только тихо. Юрочка спит. Спасибо. Вы же знаете, мы с Юрой расстались. По обоюдному согласию, как интеллигентные люди.
Без скандалов и взаимных упреков. Я уехала, думала, найду там хорошую работу, устроюсь по-человечески. Думала, может, и Юра потом ко мне приедет. Что мне довелось пережить-то, Мария Андреевна, вы даже себе представить не можете. Это был ужас. Меня поселили в комнату с 10 женщинами. Паспорт отобрали. Рабочий день. 12 часов без выходных. Зарплату не выпросишь. Еще и штрафы постоянные. Вообще ни за что. О, Господи, сколько унижений. Мы для них просто рабы какие-то. Не знаю, как я вышла. Еле сбежала. Хорошо, что в нашем консульстве с документами помогли и билет на самолет купили. Я ведь его любила. И он тебя. Во всяком случае, мне так казалось. Пора Юру будить. Юренька. Сынок. Юренька, ты же сам просил. Говорил, в гости идешь. А, да, точно. А у нас тоже гости. Стелла приехала. И чего ей надо? Здравствуй, Юр. Привет. Мама сказала, ты насовсем вернулась. Что так быстро счастье наелось. Еду подавать, сынок. Стелла, котлетки домашние хочешь? Хочу. Присаживайся, чего стоишь? Спасибо. У меня сериал начинается. Боюсь пропустить. Очень увлекательный. Ну, как там твой, как его забыл, кажется, Генрих? Мы расстались, Юр. Не хочу даже о нем вспоминать. Он руку на меня поднял, представляешь? Я к нему не вернусь. Ясно. Ну, что делать, думаешь? Жить где? Ту квартиру, которую тебе оставил, ты, кажется, продала? Да, Юр. Я так виновата. Погналась в дальние края за лучшей жизнью, а в итоге оказалась, прости за грубость, в заднице. Без денег, без жилья. Генрих оказался совсем не тем человеком. Я пока у Наташки поживу. Подруги мои, помнишь? Да, конечно. Если нужно, я тебе могу одолжить. Но, правда, немного. Зарплату хирурга ты помнишь? Когда-то он тебя не очень устраивал. Не надо. Спасибо, сама буду крутиться. Как скажешь. А у тебя кто-то есть? Женщина? Конечно, есть. Ты ее прекрасно знаешь. Мама. Вот неплохая двушка на Пушкинской. Позвонить? Как хочешь. Петь, я вообще-то стараюсь для нас твоих. А ты еще и злишься. Мне вот даже обидно как-то. Ну, я на себя злюсь, Аленька.
Никак не выходит сегодняшняя картинка из головы. Чувствую себя нашкодившим подростком, которого застукали сигареты. Ведь ты уже давно не подросток. Ты взрослый мужчина, который может сам решать, что ему делать и как жить. Пить, давай жить сегодняшним днем. Ну и немного думать о завтрашнем. Разве я не права? Ма. Мамочка, а как доказать человеку, что он тебе не безразличен? Не надо никому ничего доказывать. Он сам должен это чувствовать. А если он не чувствует и думает, что я была с ним просто так, нечего делать? Значит, это не твой человек. Лерка, кто такой Макс? Выходит, я ошибалась. Ну, а ты не переживай, никакого ребенка не будет. Лерчик, ну что ты такое говоришь? Ну что ты, маленький, разве виноват в том, что ты ошиблась? Только ты сейчас его можешь защитить, понимаешь? Папа меня убьет. Не убьет. Не убьет. Мы справимся. Мы совсем справимся. Слышишь? Только не делай глупостей, пожалуйста. Хорошо? Ма. Я тебя люблю. Вот, боже. Маленький. Слушай, а где... Девалька, куда она делась? Не знаю, наверное, на съемках своих опять. Угу. Мы поругались. Понятно. Знаешь, говорят, все тайное становится явным. Я сегодня несколько раз на себе это испытала. Так горько это осознавать. А давай я ужин приготовлю. Папа скоро придет. Угу. Да? Хорошо. Конечно, я уже подъехала. Угу. Сейчас выхожу. Минутку. Угу. Маринка уже ждет. Может, ты с нами посидишь? Я вас познакомлю. Мы с Маришей 10 лет просидели за одной партой. Не разлей, мы там были? Нет, Алинка, я домой. Ты же знаешь, трудного разговора не избежать. Уже мысленно готовлюсь к скандалу. Понимаю, дорогой. Оставь. Давай я вымою. Не надо, ты же гости. А ты бы хотел, чтобы было по-другому? Как раньше? Честно? Нет, Стелла. Зла я на тебя не держу. Может, ты сам был в чем-то виноват. Ну и возвращаться в прошлое я тоже не хочу. А женщина, когда я ее встречу, я сделаю все, чтобы она была рядом. Мне пора. Пока, может, когда и увидимся. Поговорили? Да как-то холодно. А что ж ты хотела? Чтобы он бросился тебе в объятия? Мужчины вообще не падки на сантименты. Да, вы правы.
не всегда были правы. Даже тогда, когда я уходила от Юры. Вы говорили, это будет самой моей большой глупостью. Все так и случилось. Вы мудрая женщина, я всегда вас уважала. У Юры глаза грустные. И выглядит он неважно, похудел. Работает много, устает. Он у вас трудоголик. И всегда был таким. Все мне история пациентов рассказывала. Я и сейчас некоторые помню. А может, вам стоит помириться как-то? Забыть прежние обиды? Ты столько всего пережила, да и Юра так мучился после твоего отъезда. Зажили бы снова вместе. Сама говоришь, любила его. Я и сейчас его люблю. Не знаю, захочет ли Юра. Так надо пробовать, Стелла. Ты же умная женщина. Так я с радостью, Мария Андреевна. Я сумею сделать его счастливым, вот увидите. Ну что ж, давай попробуем. Привет, па. Ужинать будешь? Я приготовила. Позже. А мама дома? Да, в спальне. Слушай, все в чемодан не поместится. Ты можешь достать черную сумку из шкафа? Оль. Твой серый костюм в чистке. В пятницу будет готов. Зайдешь, заберешь. Оль, ну давай поговорим. Ну. Что делаем, Петь? А, слушай, скажи, пожалуйста, этой своей, не знаю, как ее зовут, чтобы не кормила тебя жирным. У тебя печень разыграется. Ты напрасно все это затеяла. Я никуда не собираюсь уходить. Правда? А как мы будем жить совсем с этим, Петь? Нет, знаешь, давай не будем друг друга обманывать. Давай... Ты сейчас уйдешь, я не хочу тебя видеть, поэтому скатертью дорожка. Вон! Иди к черту! Оля, ты пожалеешь об этом. А ты что, уезжаешь? Да. Пригодятся. А ужин? На ночь есть рядом. Дверь там, если забыл. И что это сейчас было? Конец фильма, последний кадр. Ты ж в кино у нас разбираешься. Мамочка, это что, из-за меня? Ты что, ему все сказала? Нет, детка, это не за тебя, нет. Так это из-за меня, что ли? Мам, я его сейчас догоню и все объясню насчет универа.
Ты так не переживай, папа вернется. У мужиков бывают психи, было бы чего. Девочки, послушайте, мы с вашим папой будем жить отдельно, и вы к этому решению не имеете никакого отношения. Ты что-нибудь понимаешь? Извините, подскажите, а 39-я квартира в каком подъезде? В этом. На третьем. Спасибо. Может, пойдем проверим, как она? Никуда я не пойду. Ты забыла, я с тобой вообще не разговариваю. Поэтому ты сидишь у меня в комнате, да? Варя, это я должна на тебя обижаться. Ты первая начала. Так доверяю тебе секреты. Ну, а что я говорила? Перебесится и вернется. Здравствуйте. Здрасте. А вы кто? Меня зовут Юрий. Я к вам в гости. Меня Оля Грабина пригласила. А вы, милая барышня, наверное, ее дочери. Она мне о вас рассказывала. Ну, так что, Оля дома? Или я рано пришел? Но она сама меня пригласила. Сейчас позову. Ма, ты как? Там к тебе мужчина пришел с цветами. Какой-то Юрий. Ой, у нас какой-то ужин есть. Иди накрывай на стол, я сейчас. В день бывает по 2-3 плановые операции. Ну и плюс потом по скорой. Тяжело, но я не жалуюсь. Я в нашей больнице сторожил. Текучка у нас большая. Кто в частной клинике уходит, кто за границу уезжает. Я их не осуждаю, их можно понять. Конечно, Юр, конечно. Жаль, Петь в командировку укатил. Не увиделись. А дочки твои с нами почему не ужинают? Ой, да они занимаются. Им так сейчас много задают. Положи тебе еще что-нибудь. Да, картошки, пожалуйста. Все очень вкусно, Оля. Ну, теперь все понятно. Иди сюда. Видишь, вон под подъездом синяя тачка стоит. Вижу, что? Ты знаешь, что это значит? Нет, что? Это та машина, в которую сегодня садилась мама. А это значит, что она мутит с этим мужиком. Слушай, ну теперь-то хоть понятно, почему папа распсиховался и ушел. Понятно так, отличница?